Привет всем, ребят, всем рады. Сегодня начинаем новый, более сложный режим в игре Ван Хелсинг, который называется «Бесконечная история». Мы успешно прошли игру на хардкоре и на последней сложности, и наш Люк Пердюк остался жив. Вот, все в порядке. Если вы не смотрели это, посмотрите в предыдущей части. Это правда интересно, особенно открытый баг на последнем боссе. Ну а сегодня бесконечная история. И что это за режим? Начните сюжет заново и столкнитесь с экстремальными трудностями, играя за вашего персонажа высокого уровня. Монстры будут становиться все сильнее, а единственный способ усилиться для вас — играть еще лучше. Посмотрим, как далеко вы сможете пройти. Чтобы разблокировать этот режим, вы должны пройти сюжетную линию. В этом режиме вероятность выпадения эпического предмета существенно выше. Ну что же, идем фармить эпик и при этом стараться забраться как можно дальше, потому что если мы хотя бы раз погибнем, то это все. Режим игры «Бесконечная история» ставим, сложность для героев, все на хардкоре как надо. Единственное, что у нас еще остаются сценарии, и сценарии мы не можем вдвоем проходить, это доступно только для одного, так что идем на «Бесконечную историю». Какой так, я здесь, режим? Можешь коннектиться. Я не знаю, помочь. Взять его! Да ладно. Как он пережил это? Видишь, все прошло легко, да? Так вот, как они тут встречают людей. Да. Зачем? Это древняя и уважаемая традиция. Знаете, ребят, если у нас все будет получаться, а я думаю, что у нас все будет получаться, но здесь, конечно, все сложно, но если будет, то, возможно, мы как раз откроем этого Борислава в бесконечной истории. Не знаю, доживем ли мы здесь, ребята, крепучие, не спеши, я тебя прошу, да, я скину вещи, сейчас, смотри, что ты их, делаешь. Смотри, как их швырнет. Налево там отлетели, хорошо, хорошо, все, раскидало. Я впечатлен. Правда. Так. Прямо настоящее представление. Все, теперь остановись. Хоть на минутку просто. Можем перелететь через расселину. На поезд опаздывает. Правда? Точно. Надо попробовать здесь хлопнуть домового. Не знаю вообще, получится это, но можешь попробовать. Так, я сейчас на Катарину все скину. Есть версия, что если отправить Катарину сейчас в город, игра зависнет, поэтому я не хочу рисковать. Просто ты этого сделать не сможешь. Колечко хорошее. Сейчас одену Катарине. На память? Конечно. Ребят, тут так кучно раскидало. Вынесла просто оттуда, вывезла. В общем, носи на здоровье. Это оставим в сундучке. Так. Значит, тебе нужно будет замедлять на домовом. Обильно его поливать. Тут пацаны будут расти левелом. И в этот раз мы вам будем показывать уже пройденные квесты с другой стороны, друзья. Ну, например, вот в качестве примера, если взять вот этого умершего парня, которого мы на обычном прохождении водили к его трупу, в этот раз поведем в другое место. Некоторые квесты имеют несколько вариантов окончания. Будем все делать здесь иначе. Нужна здесь ярость. Оборотня завалим. Скажем ему, что я все понимаю. Но ты бешеная тварь. Зачем ты дафнул? Это урон не дает. Пошли, значит, сразу ярости на этого парня. Я хотел этот даф сохранить. Нет. Откатано, нет? Откатано, откатано. Скажешь, когда будет, я... Как можно было выжрать алтарь? Загребущий. Не хватает ярости. Какой-какой? Гребущий? Да, поганый. Нужна ярость. Все, го. Го. Готов? Готов. Понеслась. Смотри. Давай, останавливай. У него мешок с сокровищами. Ну, где дождь? Нужна ярость. Что так долго? Медленно просто. Так... Не хватает ярости. Не. Ну, мы максимум из него выбили, но он, конечно, убежал. Не хватает ярости. Что с ним?
У него такой вид, как будто замедление, воля же привидение. На все действует. Я тут ни при чем. Прям сколько с него насыпалось. Совсем. Не хватает. Нормально, не парень так несет в мешочке. Мне уже некуда ложить. Да. Поболе. Дикая сущность. Плащик плюс 50, плюс 21 колдовству. Не хватает места. Да тут будут вещи мой хорошие выпадать. Полон. Чисто выпек оденемся. Да, заливай. Что-то ребята акают. Да. Придем еще сюда, соберем все. Я не хочу отправлять женщину. Может, ты отправишь, проверишь. Если тебя выкинет. Кнопка неактивная. Хоть раз говори. А попробуй, пожалуйста, отправить. Может, она у тебя пройдет. Я хочу бурный поток хороший. И никаких признаков приличной гостиницы. Зачем тебе гостиница? Что, ребята о шляпе говорили? Значит, остаток своих дней я проведу в лесу. Надо ее тоже откатить, Катарину, и заблудившаяся крестьянка. Как вот, а мне нравится эта мысль. Мой рюкзак нужна ярость. Надо ее, да, тоже откатить и перераспределить ей навыки, как мы это сделали с Хелсингом. Сделаем. Поболее. Ну, с этого, конечно, вы потрошили неплохо. Для начала. Угу. Рюкзак полон. Если бы это в конце было, то для конца это было бы так себе, вот для начала. Да и для конца начала. Да-да-да-да. Хватит ребят переворачивать, пусть все лежат, спят. Не хватает ярости. Кусалочки. Невозможно. Рюкзак. Кусалочки. О. Кусалочки. Мой полурюкзак. Полегче, приятель, мы давай, твои мы друзья. Уже с ним разговаривали. Все так говорят. Да. Я... Кони. Катарина. Ребят, если вы хотите эти все диалоги, пожалуйста, что? На первой части Welcome я этого сказал, прохождения, там все есть. Вы куда мы идем с тобой? Морковню. Интересно, можно опять из курицы выбить будет это уникальный предмет, который жизни прибавляет, и опять все это получать? Если да, то это прям круто. Нет, это тупо. В твоей голове как никогда сегодня раковый, мутно. Сразу такие зашли пацаны заряженные. Что в морковню. Темная мать. Да и... Оп-оп-оп, чух-чух-чух. Что это? Нет, это такой диалог. Наконец! Хоть кто здесь покатает? Добро пожаловать! Погоди! И вам, где я могу? Что-то дали. Вот зачем здесь дают опыт на бесконечной истории? Для кого это вообще? Тут наоборот надо. Отнимать. Да. Я говорю. Лавка. Продать все. И не оставить ничего. Надо куриц всех поубивать. Да. Займись. Я сейчас разгружусь. Я не могу их только со стрелкового оружия. По стрелку нам надо быть. Сейчас я разгружусь. Просто отдыхаю. Так, это у нас, значит, здесь серенькие вещи мы собираем, ребята. Коричневые. А здесь зеленые. Равенскара. Ну, ничего у нас, по-моему, Равенскара нету. Что это делает здесь? Сюда должна пойти. Непорядок, непорядок. Бра-ба-бай. Музычка прикольная. Да и... Гутен музик. Ну что, куриц гоняем, не? Да и... Вещей выпало из бочек больше, чем я вынес с локации. Нам ачивку-то брать не надо, ну так. Первый раз чисто яйцо раскидать. Яйцо выпадет. Так, яйцо из белой выпадает. Игру не знаю совсем.
Вот тут надо с парнем будет поговорить о бриллианте козлином. Пока нельзя. Че, дождиком не заливаются курочки? Нет. Агрессивный такой. В мире более агрессивного напарника не найти. Тут дым очень красиво из трубы идет. Иди посмотри. Что-то рядом с трубой еще мешочек, что ли? Или наросты, мха. Я думаю, нам нужны все три штуки. Кто это такой? Это сон. Кто это такой? Я думаю, я думаю. Так интересно говорить. Ты. Фастом. Все. О. Ну что, выпала из белой? Нет. А где она? Вот тут. Ее вообще у меня нету. А, вот да. Наверное. Не можно. Вот это, конечно, подстава. Чё она ушла туда? Ну, тусоваться. Пасется там? Ты. Пошли на первую, соберем вещи. Я там все собрал. Ты сбегал уже на первую локу? Конечно. Когда? Когда-когда. Ну-ка, пойдем. Ну-ка. Где твой шкафчик? Кыш отсюда. Кыш отсюда. Пеп. Что у вас там какие-то арабы поют? Ну и что ты заглох, куда ты опять пропал? Никуда. Что там за кто-то горло рвет? Подпевай, парень. Я слов не знаю. Ну, так, чисто по мотиву, интонации. Ла-ра-ра-ра. Не морозь меня, ракушея. Вот как-то так. Охраняй, говорят. Бойко, парень. Я сказал. Нужно положить. Кто? Ой. Готов? Готов. Продаюсь и идем. Опасно там будет? Да нет. Ну как не? Особенно если во всякие черноты ходить. Страшно. Со всеми поговорил? Они наблюдают за нами. Может сразу в колодец пойти прыгнуть? Он открыт? Ты. Как открыт? Ну вот у меня там оттуда валит всякое. Что, простите? Та валит, но туда нельзя пойти. Игру не знаю совсем. Ты ж прошел уже. Все в порядке. Проходите, пожалуйста. Все, идем на первую локацию. Мальчик и девочка заблудились в лесу. Гензель и... Мне кажется, твой отец разобрался с этим случаем 100 лет назад. Сейчас быстренько его поп-чух-чух-чух. Сейчас разберемся с волком. Ну не сейчас, ну в этом прохождении уже. На бесконечной истории. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось в этот раз с королем, если мы реально доживем до туда на такой сложности. Я думаю, что это невозможно. Но... Бориславом, в который надо вставлять камни. На ярость. Угу. Ребята такие, да, крепучие. Так это первая лока. Твой дождик скоро. Будем по одному выманивать и пытаться как-то не залить. Не хватает ярости. И то это будет Unreal. Надо бабу перестатировать. Бог мой.
Че парень уже висит? Он должен висеть. Похоже, чего? Он из деревни. Бедняга был ограблен и повешен. Это случилось недавно. Его аура еще слабо светится. Ты не собираешься его хоронить? У нас нет времени. Теперь лес не представляет опасности. Я расскажу о нашей находке в деревне. Нужна ярость. Для того, чтобы рассказать о находке в деревне, нужна ярость. Зачем ты этот скилл используешь? Ты его никогда не использовал. Может, лучше огонь? Или что-то еще? Но он какой-то такой... Если честно... Это чисто сраный. Он у тебя до одного выкачан? Ты. Вот так вот. Оп. Ну пока они, конечно, неплохо расходятся. Но что будет дальше? Посмотрим. Дальше начнем рефлексы тоньше чувствовать. Как... просто насколько нас хватит. Дафнул, плиз. Гарпит, так такие ватные все добыли. Не могу это сделать. Одни перья летят от них. Ты. Невозможно. Где мои эпические вещи? Где? Цыган. Вон цыгане. Ой, цыганский табор — это просто самое лучшее место, которое лечит душу. Как я его люблю. Пожалуй, лучшая, любимая вообще область в Ван Хелсинге. Там можно настолько хорошо туснуть. Чего? Ой-ой-ой-ой, синие. Некрасивые. Не хватает ярости. Да, они убежали. Они просто в лицо тебе поржали. Дубенцы? Да не, это ж ватные. Невозможно. Ну да, это закос под дубенцов. Вот там скоро ребята, интересно, ярости. Будут ваншота с дубенца давать? Я бы не хотел проверять. Он что-то будет давать. Нужна ярость. Лучше денежка здесь не задерживаться. По более по 3000, ух! Ды. 1012 выпало. Фармить можно. Не хватает ярости. Ну я вот на первой локации уже ветерана с 4 выстрелов убиваю. Что дальше будет? Чего у меня женщина постоянно переходит в режим призрака? Еще кнопку какую-то цепляю. Вероятно. Это неприятно. Хоть и вероятно. О, нундучок. Еще что-то есть. Сюда пока не пойдем. Здесь надо парня будет вести отсюда. Сейчас пойдем там зачистим. Нужна все. Ярость. Го обратно. Тут труп только обыщем. О, парень, стой! Пойдем? Ты. Проходите. Ребята, молодцы. Стой! Нужна ярость. Кефирная сущность. И опор. Ты только ж глуп. Ну что? Тут кто-то побывал до нас. Переворачивай, ребят. Тут мы побывали в прошлый раз просто. Не хватает ярости. Парень, опыт прибавляется. Это как так-то? Ты видишь, опыт фиолетовый прибавляется? Какой-то идет. Это уже просто больные выделения какие-то. Надо к врачу обратиться. Ярость. Да. Норм так. Ну да, интересно, что будет, когда его заполнил. Не факт. Но это правда забавно, я об этом всем не знал. Всегда интересно для себя что-то новенькое открывать. А старенькое закрывать. Что-то еще ни одной легендарки не было. Постулаты. Да потому что просто в уши заливают. Цыганам. Ну... Я хотел еще вначале подергать этот меч из камня, а то в прошлый раз мы его не подергали. Хватает, это очень важно сейчас показать. Невозможно. Не хватает ярости. Как начнут выносить, просто начнем билды менять. Я, может, просто на рукопашку перейду, понял? Ой, здесь эти... Сейчас надо рюкзак полон. Не трогай его. С огоньком потом. На женщину все.
передаю на нее. У меня сапоги до сих пор 15 уровня и лучше еще не выбил. У меня 11. Ну просто они у меня сетовые. А вон и парень, неупокоенный дух. Так, это все рано. Гок цыганам. Пойди в скамейку. Хочешь от меня избавиться? Ты же понимаешь, что это бесполезно. Заливать готов? Лей. Не хватает. Пацаны, сами себя хорошо, настолько отгородили.